пьешь-то каким? Пью с 18. Блять, ну главное хоть не с половесу начала пить, блядь. Совершеннолетие. Я же в интернете. Сей, тут пошли. Девки приходят. Толян, дай денег. Какой Женька? Пожрать. А ебать дашь? Так надо уже это. На. Фу, блядь. А ничего. Давай, давай, давай. Ты носом-то туда не клюй. Ты такой туда ныряешь-то, блядь. Нет, нет, нет. Не подними, а то сейчас задохнешь этой хуйней. Нет. Я вот этого человека хотел посетить. Сейчас, слышишь, что? Вот он Леху завидел, блядь. Ты где-то хоть встанешь? Он не он, понял, или... Я? Я не должен обознаться. Я знаю, что это. Ты думаешь, я не встану? Уснул, да? У тебя же не стоит, говоришь. Думаешь, встанет? Не, это-то не хуя. Мы встанем, вот он тебе пойдет, что а так-то я встану. Я опоздал. Подожди, выслушай меня. Ты меня слышишь, Леха? Все, матерков, ты... Вырезать надо, матершина слова, да? Пикать, пикать, пикать. Давай, заебился нам один большой. Просто пи-и-и-и. Где касается нас? Я хоть и старый. Ну еще, ну еще порох то есть у тебя, да? Пороховница. Да есть, пока. Есть? Пукнуть только могу, все. Больше ни хуя меня нету. Порох у меня. Порошок. Я знаю. Песок. Ну если баба меня поднимет, так я... Давай Таньку попросим нахуй. Танька, поднимешь деда, нет? Так он при мне нахуй. Вилкой. Кого? Я говорю, Лёха, на вилку. На вилку. Я говорю, ты охуел. Смотри, расчесывается же, блин. Нихуя себе, внутри, блин, это сейчас. Кстати, ты, наверное, ни разу не расчесывался в своей жизни уже. Водку говорит, вина, спирт, нахуй. Давай сюда, я выдержу. Да я сам. Было 30-ю штапал-то. Что ты обалдел, что ли? Ну извини, пожалуйста. Так что это дело, не в этом не договорился. Да, давай 100 рублей за это, да? Че, Вовка, домой поедем? Да успеешь, ты домой, блядь, торопишься. Да куда у него денется? Шалаш нахуй. Сейчас приедем, он переехал, шалаш у вас, блядь. Я сын голодный, нахуй. Я сегодня здесь, а завтра, нахуй, могу хуй знать, у черта на куличках быть. И сам я тоже могу. Вместе поедем. Вот ты можешь со своей спиной, блядь. Ну, че? Дай цикту, а. Я сам, нахуй. Да погоди ты, вы. Нифига себе, красавица была. Шрам, откуда у тебя такой шрам, как будто свежий, блядь. Башку нарубил, нахуй. Киса заебал, нахуй. Не знаю кто. Ты еще не тело не видел. Ужас, ну да у меня серьезно, он розовенький. Так, ладно. Это реакция, блядь, наверное, просто. А, да, да, от этой хуйни, от краски. Ты еще не видел. Ну, всем с праздником. Да, я пошел. Дед прощается. Он постоянно, ты был 10 раз это сказал. Машина закрыта. А ты поехать хотел? Так бы поехал, что ли? Да, домой. Да, за рулем. А ты что, пьяный нельзя ездить? Зачем? Так я не пьяный, скажи, да? Зачем ехал домой ты? Для чего? Ты не рад гостям или что? Гостям. Кись уже в гости пришел. Кись уже в гости пришел. Спать хочу. Спать ты хочешь? Да. Так ложись, он пока поспит. Там у себя в этом чае мы. Чего он, падай нахуй, мы пока посидим нахуй, Серега, побазарим по-своему. По-мужески. Причина, это подожди, причина. Он, падай нахуй. Я напьюсь, мне надо спать. Да, у него пол, тихий час сейчас уже, да? Рыжий. Серега, это, кстати, хорошее чувство. Это хорошее чувство. Хоть не шарахается, блядь, ну, не болтается. Хлоп, люлю, и вот лежит. Все. Часик тебе, блядь, да. Мы сейчас сейчас с Сигой посидим, молчал, подпиздим на своем. Нормально. Сергей утром не суразится, ё-моё. Ну, вот такая у меня жизнь. Какая у тебя такая жизнь? Ну, ёбаная, сука. Какая? Блядь, спать, вот, нажрался, надо спать. Кто такую жизнь тебе сделал? Ты сам жизнь такую сам себе устроил. Ну, спасись, ну хоть видишь. Кто я это? Не дерусь, нихуя, мне не надо. Да ну, подожди, не в этом Лёша дерусь. Да, лучше бы дрался. Кто тебе жизнь такую устроил? Веселее было бы. Где? Вот видишь. Чё, где пошли? Сам себе такую жизнь устроил. А? Ты сам такую жизнь себе устроил.
Да. Я вот тоже так же был, все и поскочил. Неужели никогда в карманы никуда? Видишь, я сейчас что его. Все на щеке должно вот так лежать. Света, ты голову-то подними, ты что-то я спишь, что ли? Спала уже. Я зависла. О, бля. А куда ты эту пчелку-то подстрелила? Не пошел домой, блядь, нет. Ну а что так коротко совсем? Пчелка стоячая такая. Сетка спит, блядь. Нормально? Нормально. Нормально. Там уберешь. Половину. Нет, блядь, я пойду сейчас, давай, ладно. Ну, мы боремся. Уберем все, нахуй, почистим, дед. Ну, хорошо. Дай, подожди, рыжий по-мужски попозит хоть. Я что хотя это скажу, нормально. Она говорит, все, с праздником. Я пошел, сам встать не можешь, нахуй. Ну, ладно. Прописчики, с праздником. Шестой раз дед уходит уже. Рыжий, чего он тебе не собрался домой уходить? Скажи, чтобы не уходил никуда. Ну, никуда я не пойду. Ну ладно. Ну ладно. Я пошел, ну ладно. Серега, подписчики, ну ладно. Тихо, как же ты лежишь, блядь. С праздником. С праздником, ладно, давай, я тоже придешь с праздником, молодец. Праздником, дай Бог вам. Спасибо, дед, тебе тоже здоровья, дедушка, молодец, красавец. Здоровье уже 70 лет. Четвертый год уже пьешь. Четвертый год пьешь уже, да? Ну, блядь. Ну как бабка умерла, да она не рыжая получилась. Как умилирование какое-то получилось. Она каштановая, Сереж. Танька, походу, делает только корни покрасим. Каштановая такая. Все разобрать не могу. Самое то. Сейчас черное постригем, да и все белое останется нахуй. Ну, вот так вот, что ли? Налить, что ли? А яичко? У него кого вон бутылка яичко. Стоит, налить? Яичко ему дай, блядь. Нет, яйцо, блядь, а не яичко, блядь. Яички, блядь. Яичко у тебя в штанах, блядь, это яйцо, нахуй. Давай, дедушка. Христос воскрес, нахуй. Христос воскрес. А ты же, дед, мусульманин? Нет. Нет? Христианин? Я христианин. Ну ладно. Ну все равно Христос воскрес, блядь. Кто ты? Христианин? Христианин. Представляешь, вилкой сейчас отсюда что, блядь? Татарин, по-моему. Какой татарин, нахуй? Я был русским и буду русским. Все татары, кроме я, говорит, да? Да. Я был мы русским. Мы вначале упадем на карты, на колени. А ты, вот не знаешь, что? Потом поднимемся. Вот скажи мне. Дух наш не успокоишь. Вот покажи мне хоть одного русского. Покажи мне русского. Русского нет. Вот. Нету. А ты кто? Я хуя знаю. Только русским был, блядь, сейчас. Нету, ни одного нету. Нету, ни одного нету. 300 лет, блядь, татары ебли, да? Да? Да, у меня вот, я тоже не русский. 300 лет ебли, да. Тебе, ты монголка, на монголку похожа. На монголку? Нет, у меня папа грузин, мама русская. Татарка. Я не татарка. У меня папа, говорю, грузин, блядь. Да, а мама русская. Уже просто знаешь кто. А. Мне даже, у меня не татарского ничего. Я с праздником. Метисты. Слышишь, нет? А, вы просто обрусевшие. Да. Да. Дай ну Бог зато знаешь что? Я тебе скажу одно. Серега, ты путаешь по понятию русский и славянин. Славян нету, а русский есть. Русский есть. Да. Славян нету. Ты же, блядь, по политику вставляешь? По верию, да, может, и есть. Давай, девушка, выпивай яички, кушай. Знаешь, что, потому что я знаю, что и даже еще остался еще пенек, блядь. Когда это, ну, эти татаро-монгольские игры переплывали, да? Ну, через Иртыш. Ермаку хуй сосать, да. Ой, блядь. Он встал на пенек, я говорю, так и есть, что ты. Да, да. А еще, но Ермак-то нормальный, нахуй, мужик. Хоть наш уже, да, вообще, да, вот. Нехуй вот в колодце, сука, держать, сказать, блядь, в заперти, ну, блядь, такого земле, нету, мне кажется, это нет. Ты что, целое яйцо сел? Целое яйцо сел? Ну так вот прямо, да? Да? Нихуя, Серков, нихуя у него, блядь, деда, блядь, вот это хавальник, побольше, чем бульдога даже, нахуй. Кто? У деда, нахуй, целиком яйцо, блядь. У него там зубов пару есть хотя бы, бульдога-то вообще не. У него клыки, у него клыки. Не,
какими зубами хорошо говорю эти консервные банки? Я не хочу спать в земле. Цыганские ворота. Как раз, который передрабовывает, да? Цыганские ворота у него. Цыганские ворота. Люб, блядь, да не туда. Стоит этот. Кого? Калитка? Не калитка. Ты что перебиваешь без взрослого человека, блядь? Он тебе, блядь, на 50 лет старше, блядь. Ты его перебиваешь, да, нет? На сколько? На 50. Тут вообще, на что вы что? Не на 50, потому что ты заливаешь. На 40. На 40, но. Пока. Сколько тебе? 30. Ой, молодой ты. Старый колодец. Он очень старый. Нет, ты слушай меня. Он там остался в нем, да? Старый. Я-то старый. Только. Ну только не знаю, вот и пьету. И вот там уже заварили, нахуй. Да бью, я же просто за рулем уже хуй. Только нужно, Сереж. Да есть, давай на махни тут есть. Не, не буду. Она, Серега, ты не. Русских не кровей. Не пей. Ладно, спасибо, дедушка. Вести себя будешь по-русски. Ты заболел. Почему меня, сука, отсеивают эти бляди сразу? Проститутки. Вертухаи ебаные. Этого отдельно в камеру. Я в чем провинился? Давай, нахуй, об этом не будем говорить. А в чем я провинился-то? Вовка, давай в тюрьме не говори. Вот я вчера такого теста, слушай, что? Это, ебало. Кто я вспоминаю, дедушка? Бабушка, я сейчас скажу. Ебало это. Вырезать это все. Хоть куда заеду, я его... Да что говори? Скажи, скажи, дорогие подписчики, ладно, все праздником. Здоровые, здоровые подписчики, с праздником. Не нужно знать всего, чего дай нужно. Дай здоровья. Да, и мне скажи тоже здоровье побольше, да? Тебе тоже побольше здоровья, чтобы у тебя здоровье было. Давай. Давай, все, все, расчесано, все, кисло, довольны. Рыжий на пиздец, мы поехали домой. Да, ты, Мишка? Едем домой. На какая сейчас на стих нападает, мы не уедем. Едем домой. Едем домой. Да на отвал, что ли, побегают. А куда? Это в 90-е годы на отвал ездили. Сейчас они на карьер ездят. Сейчас они там живут. Да, они там живут. Ребята, в 90-е натуре возили всех на отвалы, а сейчас живут рыжие. Шалаш я построил сам. Колотил. Без гвоздя, нахуй. Да, рыжий? Рыжий, как славянин настоящий, без гвоздя, да? Хуя ты мне там гвоздем гвоздь. На веревочке все. Все на веревочках. Танька задумалась, что там. Как она? Думаю, у кого же все-таки, глядя на кисин нос и на дедушкин нос, у кого же член, блядь? Остается загадкой, да. Какая девка пропадает, ебаный. Подсветка, что ли? Деда. Курицу там заварил. Ты бы хоть скалбы его сварил. Мясо, говорит, сварил. Мясо? На пикник? Сейчас Танька ко мне курицу заберет вас, да вы ее будете знать. Она говорит, в прошлый раз забыла курицу, надо было где-то отдать где-то. А что это сдали или убрал-то? Кого? Мангал. Да, все у меня. Танька все сдала нахуй. Танька все забрала. Металлолом нахуй. Металлолом. Какой металлолом? Я на балконе могу делать, блин, шашлык. Я не могу. Я даже не у помню. У себя на маленьком балкончике. Да, у меня. На Малышево. Ну, на Малышево балкон у меня же есть. Там есть. Стекла нет. Есть. Там я стекла нет. Ты был? Был? Я буду делать, прикинь. У него в гостях был. Да, когда? Таня, что, Таня, киса был у тебя в гостях? Да, не помню, что ты же не выпил. Как не помню, блядь. Не было. Да. Не было, конечно. Что ты несешь, его не было? Посмотрим. Вот Ты не был? Ты не был. Бля, все были. А у меня же дорик-то был. Да? Дракон танка выиграл. Они там с этим драконом с сказку разодрались, блядь. А рыжий на картах бегал. Че ты несешь, ё-моё, мы даже ходили. Они с бульдогом разобрались. Я говорю, пошли нахуй. Я говорю, блядь. Ребята, оставь Лукаса, если не заметили кису у танки. Наш нахуй. Танки, вообще, она сама сомневаться начала. Муж был. Киса говорит, ахуевый вообще. Я вообще нахуй там обошел. Там бульдог был.
Кис, наверное, в новом был. А я не подразнился, блядь. Так я знаю. Но Кис-то не было. Не было. Ну. Да ты меня спрашиваешь, ты сам лучше должен знать, ё мое. Да нет, ты мне говоришь, что мы, то я знаю. У меня был гномик там. Бульдог рыжий. Бульдог рыжий. Дед не был. Деда не был. Ты не был. А что они есть, это самое, сканвор это самое. И все. Гиганты. Ребята, заметьте, смотрите, они гиганты. Кроссворд гигант. А мы это. Дед Станюха гигант сексуальный. Киса тоже большим носом, нахуй. Танька, блядь, любит гигантов, нахуй. Мне нравится, ну там побольше, подкладывать. Побольше да, нравится? У меня же нет чудеса. Танька, тебе нравится? Побольше или поменьше тебе, какие нравятся? Да свиньи, наверное. Любовника нет. Любовник? У меня дедушка, любовника нет. Дедушка, у тебя водку пол. Я только пальцем так сделаю, блядь, и знаешь, сколько будет? Много. Много сделай. Ну-ка, сделай так, а то рыжий. Дед, покажи языки, скажи, хуйни. Ты самый первый. Язык тебе не хуйни. Да, я сейчас щелкну, ты пойдешь со мной. Нет. А давай проверим, нахуй. Ну так и щелкай, нахуй. И чё? Губёшками. Во-во-во. Давай, давай, давай. Я согласен. И мы с тобой чё? Чё, ты так же меня поднимешь, блядь? И я тебя, это чё? Пойдет, он сам перешел, ты говоришь, пойдет. Нахуй не пойду. Куда не пойдешь? Куда, ебать не пойду. Вот ты вот. Все, обиделся. Ебать не пойду. Не пойду, ебать. Носом, а нет. Носом. Большим, большим. А Танька любит средненький, как у рыжего, носик. Носик мне папа с мамой дали. А глазами, говорю, в слезах. Все, поедем, Паша. Вы что, все разгадали? Да там все, да. Киса не ходит, блядь, вот это киса, блядь. Ну, кошки умные. Ну, блядь, я тоже ребята, хочу. Кто говорил, что киса умный? Киса умный, смотри, он всем угадал даже. Вообще все разгадано. Это, наверное, нашли такую просто? Да, они убили. Он просто нашел, наверное, такой, блядь, и все. Не угадал. Давай, Вовка, собирайтесь так, с кисой, давайте, прощайтесь, нахуй. Киса водки осталось, нахуй, деньги, танки, о, все-таки есть. Миллион, нахуй, они сегодня напьются, у них шик. Давай, Киса, помоги дедушке встать, нахуй. Да я сам встану. Ну-ка, давай. Ребята, смертельный номер, дед встает, нахуй. Ну-ка, дед, покажи красоту. По красоте как достанешь? Опачки, оп, оп, оп. А так резво начал, блядь. У него это отекление. Да, дед? Затекло, блядь. Нет, блядь, смотри, он может дед еще, блядь. Вот так вот. Опа, на корты, нахуй. Он еще и спрашивает, и споет, ебать. Петь-то он может сможет, но плясать-то, я думаю, он уже не сможет, нахуй. Все, дедушка. О! Ну и что ты делаешь, дед? Деда больше не брать, нахуй. Это пиздец какой-то. Дедушка, так в гости хотел, блядь. Все, блядь, все брюки водкой облил. Водкой все брюки мне облил. Лучше бы в горло залил бы мне. Все, дед. Дед сейчас щелкнул. Не, выпрямляйся уже, что-то. Подожди, ему нельзя резко выпрямляться. А, вот так вот нельзя сидеть. А потом резко вставать. Почему? Ну потому что спина у него, видишь. Иди пока, дед, машину грей. У тебя что, серьезно? На капот ложись. У тебя наподобие парки куртка-то. Да я хуел знаю. Ну-ка. Ну-ка нахуй. У меня же так же на парке сделано. Ну-ка завяжи ему. У меня там бантик. Как ну как не надо, блядь, у меня там лично бантик сюда. Ты ему сделал, как я это делал, че ты его? У меня вот так сделано на себя. Чего ты? Поехали. А, красота. Поехали. Да поехали, мы тут куда-то ехать будем. Спать ты хочешь? Это пипец, нахуй. Погода тебе гонит, Машка, вот видишь. Пипец, дядя Вова. Так тебя ломает, ты знаешь чего? Бабу хочешь? Не хочу. Точно? Что, ты даже такую Таньку, смотри, спасибо. Спать хочу. И давай нахуй, не падай нахуй, держись на ногах крепко нахуй, на руках, на ногах. На кису не пойдет, кису раздавишь нахуй. Надо ему это мазать, знаешь чем? Пчелиной этой фигней, это, блядь, знаешь, куда? Мазал. Мазал? Бесполезно. Бесполезно. Кого-то? Новый телефон, Samsung. Телефон. Samsung G. Ну что, прощаться будем? Да, давай, деда обнимай нахуй, целуй, деда остается здесь. Деда остается здесь нахуй. Ты остаешься здесь. За старшего. За старшего. Тебе 70. Тебе 70. Да разомнешь спинку, дойдешь. Дед побежал. Сразу все будет. Самый первый пойду. Да?
Давай, иди про машину гляди, мы сейчас пустимся. Можно? Давай эту машину размять. Топай. Тетка, ты что, нормально? Что там за крыта она? Пока, дай мне бутылочку. Кому у тебя бутылочка стоит? Ты что? Где? Вон. На кухне у вас стоит, у тебя, да? Тебя сегодня Светка зарплату получила, вот такую, блядь, да, Светка? Да, вот. Светка сегодня не бросает нахуй. Снега, вот как женщину свою любимую полюбишь, так и потопаешь. Вот так зарплата твоей будет. Да. Светка себе зарплату нахуй, да? Бог тебе здоровья и с праздником тебе. Я знаю, что так удачи не хворай. Не хворай. Все, я пошел. Давай, дед. Давай, иди. Вперед. А там машину закрыто. Дед, мы тебя встретим там на подъезде к отбесту. Езжай. Давай, давай. Светка, ну, Светка засмеяла. Да, от удовольствия. А куда ты со мной прощаешься? Он не батя хочет, но все его. Чего ты не хочешь? Слышишь? Зачем прощаться, ты с ним живешь, ты что, ебаня? С рыжим прощайся тоже, дед. Делся быстро, говорю, пизданулись, блин, нормально. А, в машину, так я тоже в машину так-то иду. Куда ты со мной прощаешься? Поднимай дедушку. Дед, подними Таньку на руках, неси ее. Слышишь? Я тебе это урру. Танька, да, ты поднимай деда, поднимаешь. А был бы я. Светка там запинается. А был бы трезвый, я бы ее утащил бы. Куда? Зачем? А ты что, у тебя хуй не стоит здесь, что ты будешь таскать ее? Смысл? Смысл таскать, блядь? А может, она бы довольна была? Язык-то скажи мне, для чего? До Киева доведет, да? Сука, развратник старый, блядь. Танька аж охуела, нахуй. Вот это язык. Посмотри, какая лопата, Танька, блядь. Разорвет тебя, нахуй. В клочья, да, дед? У него цыганские ворота, да еще. Калитка. Слышал, дед? Батя. Давай. Был, говорит, развратником. Вот так вот. Ну, давай. Зачем будет раз здорово? Праздником тебе еще раз. Дай бог тебе здоровья, нахуй. Светка падает уже. Светка, держите. Держись. Светка, не падай духом. Вовка. Вовка, вставай. Если что, здесь Вовка. Поехали домой. Обалдеть, просто охуеть. Охуеть просто, обалдеть. Светка соскучилась по кису. Жуковато, блядь. Да. Любишь, любишь кису? Ну, ты, я думаю, да. Вот. Запомни. Запомни, сука. Запомни, нахуй. Ты запомни, нахуй. Так он не пьет. Вот и не пей. Он хорошим образом это ведет. Не пей. Кис, поднимай рыжину, Вовку. А мы, они меня хули подъедут. Я нормально? Дед, прощайся с кисой, пошли. Скажи, киса, пока. Так. Ну, ты рыжий, никуда соскочил, да? Раз, вообще, да. Покискать скажу. Покискать ты сходишь? Ты только не покакай, нахуй. Дед, ты не хочешь писить? Нет. В машине не басышь нахуй? То есть укачают тебя? Никогда. Иди по писке. Иди, блин. Никогда. Таня, ну своди его попискать. А, никогда не басышь. Молодец, все. Молодец, какой я был. Сейчас хуяки обоссался. Первый раз в жизни. Все бывает первый раз в жизни. Вспомните, собака наблевала, блин. Да. Я никогда, никогда не басышь. Я вообще не ел. Пьяный, не пьяный. Шаль, да. Рыжий, заебись, говорит, сейчас заедет, все. Они нормально. Еще и жрут пирожки, блядь, меня, блядь, чуть не рвет. Ну что, Кисы, там, пузырек у вас там? А? Пузырек там у вас. У вас там что-то шает, блядь, смотри, там сгорите нахуй. Что было же? Что, я нормально. Все, одевайся. Едем. Едем, едем. Едем. Я что-то не поняла. Это деда, блядь, не допил. Дедушка, дай им пачку сигарет киси. Доставь пачку сигарет. Есть у них там сигарет? Подожди, у них есть? Да, у него две пачки. Есть. Вовка, ну-ка яйца-то бери. Они же бери. О, они со своими яйцами. Пошли, отдалили меня. Вот кофе там еще есть. Бери. Все. Яйца забирай, забирай яйца. Забирай, забирай домой себе. Да нахуй, там курица яйца. Да и че, блядь, яйца пойдите, ебать, че, блядь, сука, джачки отказываешь, паскудник. Поехали, поехали, все, деда, давай, забери. Зачем деда за волосы, нахуй, на барлига так? Киса, ну уехали, водка у вас осталась. Так, Светка, до воскресенья. Свет. Киса, тебе... я тебе позвоню. Свет, на тебе кухня. В другую сторону, от себя толкай. Дед, от себя, от себя. От себя. Сильнее. Там закрыта дверь-то. Кися, я тебе позвоню или к вам поедем. Дырутся с двери, блядь, поем. Да все, они открыты, блядь. Все, говорю, что-то уже.
все же, давай. Ой, давай, я, иди, до свидания, киса, иди пиздуй. Охуеть. Давай, дедушка, устал просто, ребята, хули. Сегодня, блядь, Христос воскрес нахуй, дед устал, блядь. Дед воскрес. Дед воскрес нахуй. Дедушка, аккуратно не поди, дед, держись. Дед в натуре воскрес. Все, киса. Серега. Серега, давай, чао, какао. Сетка, пока. О, все-таки поиск. Киса, я тебе позвоню. Здесь все, не ехать и не ехать. Давай, все. Все, давай, пока. Киса начал. Киса начал, и это, блядь, бум такой. Она щелкнула так. Дедушка, палочку добери, дедушку. Не, не бери. Давай потихоньку ногами топай. Да, в бесто нахуй. Он говорит, я саму первую машину пойду. Да, я говорю, как раз позвоночник разомнешь, если пешком дойдешь. Сейчас Танька ему пнет нахуй позвоночник, дедушка, блядь. Он хорошо снижал. Плюсовая хоть нахуй. Ну все, ребят, сейчас включимся, сейчас укладемся нахуй. Дедушка, блядь. Упакуемся. Пачками уложимся нахуй. Да, девочка моя, все, давай. Нет, мы тебя не... Опа, она в пакетик. У рыжики в пакетике. Хуя с меня проверяю. Пока. А, да-да. Она что, как будто сейчас не поехала, бля. Кто? Сейчас. С этого вокзала. Я Люся ебануся, да? Да яйца-то почему летят из пакета? Да аккуратно их там так... Хорошо, вот яички из штанов, бля. Ебучий, дедушка, ебучий. Все хорошо, съел? Че, не выпадешь, хоть? Вовка, держите его, чтобы не упал, блядь. Да, блядь. Не укачало, блядь. Яйца, чтобы упадал. Сейчас яички еще будут у вас. Ребят, перемена мест, нахуй. Рыжий пересаживается. Цех, рыжий, паскудник, мусорит. Я уже что, привыкла. У него ножки маленькие, коротенькие. Так у него все, наверное, коротенького нет, видишь, все большое, и нос, блядь, и ноги, блядь, шишка, блядь, а рыжка маленький, экономненький. Давай, дедушка, закрывайся нахуй. Да. Кто выпадешь, блядь, сейчас еще не хватало, блядь. Я не буду. Потом тебя искать, блядь. На обратном пути нет, блядь. Ну все, ребята, бригада по домам, нахуй. Маленький, хороший. Ребятушки, ну идем, погода у нас какая. Конец апреля, ребят. У нас 28. 28. А эти на улице живут рыжие. На улице нормально, нахуй. Вот так вот, ребят, блядь. Уральские суровые бомжи, блядь, ребят. Горячая. Так что хуйка. Танюшка, что загрустила-то? Говори, рыжка, говори до свидания, нахуй. Пока. Танюшка, я вообще трезвый, рыжий, трезвый. Дед, пердед, блядь. Ну все, пошли, рыжий, я вас провожу. Есть тихо там машины. Ребят, смотри, зима, блядь. Рыжик, яйца забирай. Дед, о, рыжий, яйца забери. Давай. Рыжик, у вас есть, смотри, сколько еще. А. Это носки оставь, не пойди. Это будет долго стоит. Я вам дал, на, еще пару пачек себе взял. Все, два пузыря взял. Все, это танки, два пузырька. Ну, пошли, я провожу вас. Не надо. Да пошли, не надо. Нормально. А? Чё? Дай яйца-то! Ладно, Вовка, я не буду вас провожать. Да давайте, рыжий, всем скажи пока-пока. Пока-пока. Всем привет. Сейчас дед будет древешки костер разжигать. Нихуя он снимает, блядь, рыжий, домой бы шли бы нахуй. Вон в бомболюбу лезли. Ладно, ребят, поехали, хули нам быстрее, у меня машина там на лысых. А нет! Давай. Чё? А давай, дед, бомболюк, ёбаный. Нет. Давай, вон яйца есть. Давай, пойду. Бомболюк. Нет, бомболюк. Не пойду. Бомболюк. Там да погребся. У меня там вот фонарик у меня есть. Пойдем. Там хоть прислушаемся нахуй. Давай, бомболюк. Давай, пойду, пошли нахуй. Давай, бомболюк. У вас тут запрятано же, потом придете. Бомболюк. Сука, поехали, бомболюк, а не нахуй. Паскудник. Не думали, что? Бомболюк поехали, они нахуй. Да подожди, ты дай рыжику сначала залезь. Рыжик, сука, сыт, падла. Иди туда. Рыжик, хуй за руки прямо сыт, блядь, паскудник. Он на машину хуярит. Я не понял, что делает? Сыт на машину, на колесо и башню. Не, нахуя. Бля, ребят, нихуя у нас снега, блядь. Дед, выходи по одному, нахуй. А то рыжик.
Расшибу нахуй. Расшибешь ты нахуй? Ну. Че, рыжему морду собрался расшибать, что ли? Нет. А, просто видишь? Ребят, нихуя у нас. Апрель, нахуй. Ой, нихуя. Развезло тебя, что ли? Нет. Рыжий, ты пускай выходит. Да ты пусть поцелуется. А, он целуется, что ли, паскудник? Это рыжий паскудник какой-то. Это рыжик, блядь, паскудник там целуется. Или Мишка там целуется, блядь. Пошли, рыжик, целовник, блядь. Деда целовать буду сейчас, блядь. Бомбарюки нахуй. Нет. Да, дед? Не будет? Мишка, на, ее немножко отпихни, я понял. Я посмотреть хочу. А, ну пошли, дед. Дед, пошли. Прожать нахуй, ребят. Сейчас как дедушка будет. Сигареты взял, водку взял всю? Да. Сигареты взяли, да? Да. Все. Рыжий, давай, да будь у вас там где заначка, понял? Слышь? Да, это я знаю. Ну, там у вас еще же нормальные водки. Что, ну, думаешь, никого-то нету? Нет, наверное, следов нету, нахуй. Вот, братан, лежит. Да я знаю, что. Куда вы? Че? Кто там? А? Ну, рыжий, мы поехали тогда, рыжик достанет 5-100 раз уже сыт. Давай. Ну все, давайте, пока. Давай, до воскресенья, рыжий, в воскресенье или здесь, или там будете, я сначала туда заеду. Там, в шалаше. Все, давай. Давайте. Ну все, там ребят. Тепло будет следующий. Да. Ну все, ребят, поехали, сейчас Танюшку везем. Сейчас, как там люди пишут, блядь, Танюшку ебанем, поебем вдвоем с Мишкой, да, Мишка? Нет. Мишка за щеку дался, я ее в очко, блядь. Ребят, да не пишите такую хуйню, чего вы хуйней занимаетесь? Нахуя? Вот. Танюшка, она просто актриса, она снимается. Она не порно-актриса, ребят. Я ей не плачу такие деньги, еще, блядь, бешеные, нахуй. Так что, ребят, не пишите, Танюшку никто не ебет. Ни я не ебу, ни Мишка не ебет. Что там такое пишут? Ну, конечно, мы тебя ебем, там, высаживаем, типа, камеру включать, ебут тебя. Еще раз говорю, ребят, она не порно-звезда, она просто актриса, да? До порно ей еще далеко. Саша, ну, больше денег пошлите, может, и порно станет. Ребятушки, ну все, привезли Танюшки. Танюшка говорит, водки не надо сегодня, не надо ничего. Пашка, ей перечисли деньги там, блядь, какими-то чигирями. Пошли, все, ребят. Пошли Танюшку провожать, хули. Танюшка сейчас без зарплаты, нахуй. Ну что делать? Да, Танюшка? Сниматься-то хоть будешь еще, нет? Ну а что ты, нет, что? Ну так зарплату не получаешь сейчас, как ты, блядь? Не деньги, счастье. Опа, Танюшка проверила. Опачки, блядь, чипок нахуй. Ты сейчас мне три пачки. Почему? Ну, ты Пашке говори, блядь, я не могу, блядь, тебе вас, блядь, содержать так, блядь. У вас там... У вас там, блядь, новые телефоны, блядь. Так это не мое. До свидания. Ну ладно, давай, пока. Ну все, ребят, такая неделя закончилась. Мишаня говорит, помашу руками. Всем пока, говорит. Пока-пока. Ну все, давайте, пока-пока.